Я считаю, что люди, сказать, в своих сексуальных увлечениях могут, сказать, действовать в соответствии, ну, со своими там желаниями и так далее. Это их либо проблема, это их, ну, возможность, их право. Но при этом устраивать, сказать, и навязывать всему обществу свои желания, свою культуру, сказать, свои проблемы, я считаю, что это неверно. Это неверно, и, естественно, я выступаю против вот пропаганды однополых браков, я там гей, сексуальных всяких, ну, скажем так, реалий. Если они хотят этим заниматься на здоровье, но зачем это навязывать обществу, мне непонятно.